прекрасная дверь. Все, блин, четко написано. До такой степени понятно по-русски. Вот знаете, все написано. Все обратили внимание. Это вход. Вот, теперь заходим. Вот смотрите, я сейчас захожу. Так, зашел я, вот видите. О, читаю. Посторонним тоже вход запрещен. Как это понять? В этом есть какой-то смысл или нет? Надо, блин, посторонним выход запрещен написать. Хе-хе-хе. Бывает такое, бывает в нашем плоде.